вперед. Миттендорфер его встречает, поэтому только назад. Жамалединов, касание вперед. Смолов здорово разворачивается. И есть удар, но попадает в защитнику. Развернул защитника, таким образом сам себя вывел на ударную позицию и тут же встречный момент у ворот Локомотива. Есть подача, и это был очень хороший момент. Горится, но также проиграли 1-0. Вот здесь передача, Камано. Камано борется, игрок сборной Гвинеи. И мяч штрафной площадки Локомотива. Это может быть опасно. Удар Жамалединов. Камано. Один в один разбирается. А что дальше? А дальше с острого угла пытался сам все решить, но не получилось. От Бегича ушел. Крыховик в касание. Жамалединов. Удар будет? Нет? Передача. Смолов подбирает ногу, бьет и чуть-чуть. Федор Смолов не попал. Как же все здорово. Локомотив сделал в этой атаке. Из Red Bull сюда и привлечена. Камано здорово разобрался. Удар. Атака продолжается. Жамалединов. Подача. Уже не так опасно, хотя вот сейчас Смолов. Рифат Жамалединов. Вот здесь неплохо в касание. Камано. Офсайда нет. Передача на дальнюю. И здесь капитан цели очень вовремя оказался. Жан залетел. 30 номер. Момент может получиться. И удары Гильерми в игру вступает. Хорошая передача вперед, Камано, передача, почему не удар, но, друзья, но игроки цели сами справились с этой задачей, хвалили. Арене в районе 11 метров, Федор исполняет угловой, Баринов бьет.